Встретился с педагогами и воспитанниками. Глава Камчатки Владимир Солодов проверил, как организована летняя оздоровительная кампания в детском лагере «Альбатрос» на полуострове. Мне очень важно лично удостовериться, как организована летняя оздоровительная кампания, потому что сейчас она в разгаре, и это один из тех вопросов, которые больше всего волнуют родителей на Камчатке и которые вызывают больше всего, так скажем, предложений, и востребованность крайне высока. Мы сейчас планомерно ведем работу по увеличению объема детских лагерей. Завершается строительство в лагере Гагарина. Мы рассчитываем, что со следующего года он станет круглогодичным. Ну а, конечно, заехать, пообщаться с детьми всегда заряжает позитивом. Есть дети, которые по несколько лет подряд, вот одна из девочек 9 лет подряд ездит в лагерь, очень довольны, очень благодарят за это. Ну а мы будем вместе с предпринимателями, которые являются оператором этого лагеря, обсуждать, как дальнейшее повышение качества и развитие системы детского оздоровления на Камчатке обеспечить. Добавим, лагерь «Альбатрос» принимает почти 250 детей в возрасте от 6,5 до 16 лет включительно, а также группы для проведения сборов и тренировок вне каникул. На территории лагеря 6 одноэтажных корпусов. Каждый включает в себя комнаты по 10 человек, просторный холл, умывальные комнаты, душ и санузел.